Здорово, народ, с вами снова Фламинго, и мы продолжаем проходить Kingdom Come Deliverance. В прошлом видео заметил я косяк поздно, к сожалению. Увы, к сожалению, исправить я не успел, потому что удалил исходник, так уж вышло. Пришлось оставить как есть, уж перепроходить 2 часа контента того же, причем, который я уже знал, не хотелось. В общем, много информации тоже там было, я рассказывал по поводу и будущих роликов, то, что там я хотел, я сейчас еще раз расскажу. По стандарту, как обычно, начинаю по прохождению, поэтому сейчас, наверное, так и начнем. В общем, в прошлой серии все закончилось тем, что мы выиграли в контратаке. Горик сказал приготовиться нам для ночной вылазки. Дивиша захватили замок. Тот самый Ишван тот, который все это организовывал, все вот эти фальшивомонические движения и атаки на всякие поселения и прочее, который пошел якобы против короля и все такое. А, самое важное, что было в прошлом ролике, это мы узнали, что у нас, оказывается, отец не убит, отец не мертв. У нас, оказывается, отцом является пан Рацик, меч, которого мы так усердно пытаемся вернуть обратно. А меч, кстати, этот у Ишвана остался. И он им будет драться, я так понимаю, в конце. Он сказал, что ночью надо будет подготовиться, найти темную одежду. Но я знаю фишку игры, в принципе. И одежды я, наверное, не буду искать, потому что это очень долго. Я просто доспехи сниму, чтобы не было звука. Вот. По новостям, по видео. В общем, видео скоро выпущу по Hell at Luz'у. Небольшая нарезка моментов будет. А Sleeping Dogs мы вернемся. Вот сейчас пройдем Kingdom Come и вернемся к Sleeping Dogs. Тоже надо ее будет закончить. Поели. И раздеваемся. Убираем доспехи. Вот, мы разделись. Нам надо теперь подойти к Борику. Он тут. Вот он, да. Давай начнем вылазку. I'm ready. Поехали. Are you sure? You should wear lightweight black clothing. Anything you don't need, you can leave here. I don't want you clanking around in plate armor. Доспехом. Да у меня нет доспехов. Yes, I'm ready to go. Поехали. May the Lord watch over. If any of you are having second thoughts, this is your last chance to speak. Very well. So I hope we're all clear on what has to be done. We need to free the hostages to deprive Toth of his advantage. Now he'll be keeping them somewhere where they can be guarded, but somewhere separate from his other men. And where would that be? We always kept our captives in the house on the Bailey by the stables. What if they're in their tower or somewhere else? Then we'll have to go to the gate and try to open it. But that will take time and attract attention. So we can only do it if we know exactly how things stand. And if they sound the alarm, before we've done anything, we get out of there quick. Understood? And leave them there? Better a couple of hostages than a pile of corpses. No, no, I'm proud. Lord Capon, are you quite certain you want to engage in this action? О, с нами Птачек пойдет, ничего себе. After all, it can't be much different from sneaking out of the upper castle in Rattay and back in every night. Besides, who else will keep this hothead from raising bloody mayhem? Well, see to it that you do, my lord. May God guide our footsteps. Погнали. Финал уже близко. Я надеюсь, это будет без косяков, наконец-то. Так. Блин, я уже забыл, как играть, как стрелять. Я все забыл. По предыстории все рассказал, по этим, по новостям вроде, в принципе, тоже. This will be something. They'll be telling stories about this for years. We'll be legends. Unless we fuck it up. Ishtvan will be telling the stories, and the joke will be on us. О, нормально вы стенку тут. Ой, стенку, лестницу ставите. We'll go first and take out the sentries. Wait here. How are you, Henry? Are you trying to need to shit? What are they waiting for? Quiet, Maxine. What are they waiting for? Who should I know? Why do I bother asking? Oh, that's nasty. Quiet and watch that light on the battlements.
меч подвинь, да. Сначала они все лезут, потом я. This side, but there are still two guards on the portcullis winch to deal with. Any volunteers? Henry will do it. Buffoon. Henry, then. Just make sure you keep quiet. Взял, сдал меня. Говорит, я прикончу. Так, мне надо тогда это. Так, 2,7 гроша. Полубег мы не стырим. Мясо. Как мне убить, блин? Мне вообще кинжал нужен был. Надо было кинжал себе найти где-то. Или купить. Опять, кстати, проверим, будет ли это. Ага, отлично, придушил. Здесь оставим его. И этого нормально все удалось. Я не понимаю, как это работает. Ну, надо поднять его, убрать, наверное, его. First we have to find the hostages, then we can come back and deal with the rest. Остальное. Ну, я согласен. А убить можно? Ой. А, это бы брать. Брать резчик. Тут, блин, нет кинжалов у них. Мне надо их убить. Сидит, смотрит такой. Че сидим? А, да, все правильно. Они же очнутся, это вообще будет жесть. Просто я знаю, что они кричат иногда. Кричат, когда это, убиваешь их, вскрикивают, типа. Это может привлечь стражу, которая там наверху была якобы. Ага, один стоит. Наверх ушел. Давай быстрее, шевелись, он наверх ушел. Пока не видит. Я ж его не догоню сейчас. Я просто не знаю, что он хочет, куда он хочет спрятаться дальше. Ой, вон там тип. Он ходит тоже. Да, он ходит тоже. Куда идет? Он должен отойти, да-да-да-да. Нормально ты ходишь, конечно. Вообще нормальная тема, наверное, их сначала обокрасть, типа украсть у него меч просто. А потом это, потом его убить. Давай сюда бросим и убьем. Бактерию мини кровавая горячка. Прикольно. Не знаю, что она дает, я уж не помню. А куда этот пошел? Жмых, а вот куда. Здесь никого. Открываем. Крестьянин какой-то непонятный. Здесь крестьянин.
you? Значит, ты кто? Ты что, дурак? Where's Sir Radzik and Lady Stephanie? Lady Stephanie? She's not here. She must be held somewhere else. Where? Where is she being held? And where's Sir Radzik? I suppose the lady might be in her chamber. We don't know anything. They herded us here and told us not to move a muscle. God be with you. Mm-hmm. Дим, обсудить с ним надо. Обсудим дальше. We'll have to go back empty-handed. I really thought we could pull it off. We're not going anywhere. Not without my father and Lady Stephanie. And how are we meant to find them? They're not in the stables or anywhere nearby. You want to creep right inside the palace where Tot's men are everywhere? Ну я не знаю даже, что выбрать. Yes, we can't leave them in Toth's hands. It was hard enough getting this far, but going inside is madness. What good will it do them if we get caught? Then we mustn't get caught. Listen, Hal, I can appreciate your stubbornness, usually. But this could cost us our heads. At least we saved those other people. I told you, I'm not leaving here without the hostages. До конца с ним спорим. If you're determined to be a stubborn ox, go right ahead. Раз, чтобы перс, как баном, I suppose you might as well look for your sword while you're at it. No point leaving the job half done. Save your speeches. Are you going to help me or not? If you want to get yourself killed, you can do it alone. But before you go raising bloody mayhem, give us time to get out of here. Come on then. Let's get the fuck out of here before they catch us. А, прям в жопу. Курва, мой зад. Fuck. I'll have to carry him out of here right now. See for yourself if you don't believe me. Hey! Бежим. Can't you stop hopping around with me? Ты не мог перестать прыгать за мной, у меня жопа. Run for Christ's sake and don't shoot. Что нам тем же путем выходить? Как? Run, for Christ's sake, and don't shake me so much. Беги, не тряси меня так сильно. Да я не трясу. Faster! Ага, вон они где. Вон они. Run, for Christ's sake, and don't shake me so much. Да, сюда надо было. Все правильно я подумал. I have to admit, we didn't do too well. True, the shame of it. They drove us back before we even got anywhere. It's worse than if they'd killed us. Well, I wouldn't go that far. We had to give it a try. Такой, сука, лицемер просто. Сначала говорил, типа, я с тобой не пойду, да ты на смерть идешь. Теперь говорит, долг, что они нас убили, чем мы вышли. Ни с чем. Короче, вылазка провалилась, так, грубо говоря. Новое задание осада. Опа, персонажи прям появляются, на ходу рождаются. It seems, Robard, that we're running out of options. We don't have enough men to scale the walls with ladders. We can't afford to lose any more. We can only take Talmburg by a ruse or with superior numbers. Ruses have failed, and we don't have superior numbers. Then we are left with no choice but to build a trebuchet. To demolish my own walls. Where is Master Faefar? He's waiting. We sent for him as soon as... Bring him to me. Let's not waste time. Дивиш тоже подправился, кстати. Я думал, он это... Не, ну он раненый, все еще лежит. Sir Divish. Угу. Faefar. You will build me a trebuchet, Master Tobias. A trebuchet, my lord.
that's not entirely in my field of expertise. We have to take back Talmberg. Yes, indeed, sir. I understand and that. You are the best engineer we can rely on in the whole fiefdom. Oh, well, thank you, my lord, but it's just that I've never built a trebuchet before. This could take some time. Then you'd better get to it. Bernard will go over the plan of attack with you. Well, Master Tobias, you have much to do and little time. I will not keep you any longer. Indeed. Mm-hmm. Of course, sir. Thank you, my lord. How are the preparations proceeding in the other camps? As well as can be expected under the circumstances. There are still many things that need doing, but I just don't have the time for them. Mm. No, you don't. Henry. Yes, sir. Индра голый такой. I would like for you to help with the preparations in the encampments. Gladly, sir. Помочь приготовиться, да? Помочь приготовиться лагерем надо для осады, понял. Ну и подождать, пока трибушет построит, я так понимаю. Так, ладно. Задание осада. Так, стоп, задание осада. Во-первых... Надо все надеть назад. Так. Угу. Я, видимо, продал все, наверное. Броник надо в сумму обратно перекинуть. Какие-нибудь кое-что. Да. Все, наверное. Урбек вот этот починить тоже надо будет сейчас. А, я этот починить уже не могу, жаль. Ладно, будем до конца уж носить их. Тут и не так много осталось, на самом деле, поэтому. Это я уже не смогу залатать. Ну все, мы оделись. Говори с сотником Бориком. Новое знание тактик сражений. Наверное, еще... вот он, Борик. Есть смысл читать вот эти записи. Такие всякие заметки, а я их не читаю, поэтому... А мы обучение-то... А, да, обучения нет больше. Ты должен делать... A military encampment's a complicated thing. I don't expect it to be as peaceful and orderly as Holy Mass. But what we have here now is havoc. The men are as nervous and short-tempered as caged bears. When you walk around the camps, you'll see for yourself. Grumbling everywhere, complaints about everything from the gruel to the fleas. They're moaning, they've drunk the alehouse dry, and now they have to wait for the next batch of beer. We've got dead who deserve a decent burial, and a lot of wounded. Including one of their lordships. The less the troops grumble, the better off we'll all be. But that's not even the main problem. What do you mean? Did you hear what Sir Divish was saying to Fafar, our master builder? I heard some of it. And what did you make of it? He'll manage. He was in charge of the whole Scalitz mine works, so what's one trebuchet? But if it'll take him as long as he said, we can't wait until Judgment Day. We don't have that much time. I'll try to ask him if I can help in some way. You should definitely do that. Without a trebuchet, we're much too weak. Пока не надо, да? Надо у него спросить, получается. Теперь. Да. Поговорить с ним. Это не обязательно поговорить с мастером Фаром. Да. Не обязательно, не буду выполнять, потому что очень долго это будет все. Угоди, с сотником Бориком. Я же с ним говорил. Good health, you. Или надо у него спросить, как дела. How are you faring, Sir Raybard? How do you think I'm faring, lad? There's some cutthroat thug lolling about in my bed at the castle. Well, at least no one's raised Talmberg. Not so far. Though we may end up doing it ourselves to smoke the bastard out.
I imagine Sir Divish isn't taking it too well. And why do you think he handed command over to me? But it pains my heart, too. That place is my home. Is there anything you can tell me about Talmberg's weak points? The truth is, Talmberg has far too few weaknesses. Who'd have thought that was something I'd come to regret? Pity they didn't stay holed up in Vranjik for longer. It would have been much easier there. Toth is a wily fox. If he'd had all his men with him there, there would have been real carnage. It's likely we only won there because he'd already gone and taken most of his best soldiers with him. Is there anything else I can help with? Well, we need some pitch. I know you had dealings with the charcoal burners. I've met a few, true enough. Then have a look around the area. If you manage to find any pitch, bring it to our quartermaster in the camp at the quarry. Good luck to you. Mm-hmm. Так, это тоже не обязательно. Мастером по парам надо поговорить. Бэшка, где-то тут он. Вот он. God be with you, lad. Sir Robard sent me to you. He said you have to build a trebuchet. Indeed. A trebuchet that can smash the walls of Tamburg. Aye, a mining engineer. What do I know of war machines? I'll never manage it on my own. Well, I'd like to help you, but how? I don't know anything about trebuchets either. Actually, there is a way you could help. Conrad Keyser came to Sasso recently. Conrad Keyser. If you could get him to come here, it would save my skin. Кто это такой? Conrad Keyser. Who's he? He's a scholar who studied medicine, but he also designed siege engines. А, он умеет строить осадные машины. Together with Sigismund. Oh. You're still an engineer, though. Couldn't you build it yourself? Are you serious? Do you know how complicated such a machine is? What forces are at work in the contraption? If we were lucky, it wouldn't fire at all. Far more likely, it would smash itself to smithereens and kill lots of us instead of the enemy. All right. Ладно, давай попробуем. Thank you, Henry. Maybe we will build that trebuchet after all. Take care. Ракетчик. Так, у меня небольшая проблема. Я забыл как позвать лошадь. А, на X. Всё. Отлично. Где можно найти дёготь? Мне пока не надо. В монастыре. Поехали в Сазао. За Конрадом Кейзером. Хорошим бы выполнить. Интересно вот эти задания дополнительно. Но, блин, их там так много, и это столько времени займет. Я боюсь, что это прям часа на три затянется.
Так, поехали. Стандартную процедуру проведем, просто у любого спросим сейчас он. О, где он находится. Jesus Christ, be praised. Нет, ну, у любого, видимо. Так, где мне его найти? Так, а если у тебя спросим? What do you need? А вот. Do you happen to know the whereabouts of Conrad Keyser? What? That old fool? The one who spends his time poring over old books instead of at the tavern? He's all locked away in the custodian's house. That's the big place in the courtyard by the monastery. Ага, спасибо. Take care now. Так, большой дом вот этот. Вообще вот этот вот, как бы. Стражник. Брат Никодим. Подожди, подворье монастыря. Это вон где вообще, с другой стороны. Я думаю, да, что-то я не туда. Сори. Вот тут он. Так, я не могу, да, войти? Ну-ка. I'm honored that a knight such as you takes an interest in me. Кажется, ты скучаешь. Is this where Conrad Keyser lives? Indeed. The world-renowned Conrad Keyser. I need to speak to him. Oh, really? Whatever for? На новый доспех. Я тоже ученый. Давай I'm a fellow thinker, and I'd like to discuss my hypotheses with Master Keyser. And what ones would those be exactly? Stronghold construction. I have this new idea for building, and a chat with the master would be very valuable. That sounds important. Come on in. The master's inside. О, легчайший. Here's the key. Вот ключ, проходи. Спасибо. God be with you. Писарь-попечителя. Так, а погоди, у меня там это не случилось. А, это 78 еще пока. Труба Иисуса Навина. I thought you were urban. What do you want? Sir, Tobias Fayfar, the master builder and engineer from Scalitz, sends his greetings. Fayfar? Tobias Fayfar? I've heard of him. He invented an interesting mining machine. What does he need? Sir, have you heard what's been going on in Talmberg? I've heard a thing or two. Is it true the castle's been taken? It has, and we want to take it back. Master Fayfar has been given the task of building a trebuchet, but he's not sure he can manage it. I doubt it myself. Building siege engines is an entirely different kettle of fish than mining. Damn, I'd like to rain some boulders on those heathens of Sigismund's, but that can't be done with a quill and parchment, and I can't leave here right now. Ну что начинается? Why can't you leave? Почему не можешь ехать?
That's a long story. I was a little, more than a little, critical of Sigismund's efforts at Nicopolis. And it might surprise you to know, after that defeat, he didn't particularly appreciate my criticism. Then, when Sigismund abducted the king, I didn't feel too secure in Prague, so I left. Perhaps left is the wrong word. Some might say I was banished. In any case, I went to Bethlehem Castle. And why are you here in Sasa? To be honest, I need the money. Money, sir? You don't seem like a man who lives in want. Dear me, no. I don't need it to support myself. It's to fund my opus. That's why I agreed to help with the construction of the monastery. So, you see, I can't simply take my leave. Couldn't Carol be persuaded somehow? After all, the defense of the province is at stake. I realize that, but Sassar Monastery has always kept its neutrality. What's more, the abbot isn't here at present, and without his permission, Carol won't be persuaded. But I might have another idea. What do you suggest? Carol received his commission in writing. If you found it, we could, we could copy the abbot's seal and signature on our own document. That's a curiously interesting idea. Подделать, типа... My invention has many applications. I could be back here before the abbot, so he won't even know I was gone. How do I get my hands on the commission? It will be somewhere in his quarters. You need to get it quickly and put it back before he notices it's gone. I suggest waiting until evening. That's when Carol usually goes to the tavern to play dice. He's fond of his dice. Maybe you can take advantage of that somehow. Right. I'll see what I can do. Укради поручение с подписи аббата у мастера Карла. Сделай так, чтобы Карл закончил гроши. Пожалуйста. А где дом-то его в итоге? А, я не туда вообще, он в углу вот здесь. Да, поехал. Тут он получается. Правильно? Его нет? Его. Будем надеяться, что это... Ой, нет. Замок сложный, это не то. Хотя, может быть, и то. А, ёпта, вот он. Он? Блядь. Посмотрим, это он или нет. Вот он, мастер Карл. О, он, значит. Вряд ли в том сундуке, в сложном. Там вон второй этаж еще есть. Второй этаж попробует свалить. И он дома, это проблема. Сейчас на территории. Можно. Спать можно. Да идет, что ли? Нет, не сюда, все нормально. Так, у кровати, да? Давай начнем с кровати. Все сложные.
Никаких нет замков. Во. У нас супер взлом, я его прокачал, поэтому. Сейчас. О! Быстро я угадал. Так. Я бы еще посмотрел, что в этом, но я не буду. Все. Быстро я нашел его. Хорошо. Так, попробуем спустить. Попробуем, да. Просто выбежим. На пофиг вообще. Так, я не сюда, да, пошел? Не сюда, вон там. Копируем подпись, он с нами пойдет. И делаем трибушет. Так, где-то. А, не ему, наверное, да? Конрад Фейзер. Lord be praised. What brings you? I've got that commission. Not so loud, for heaven's sake. Ради бога, не кричи. The very thing. Go to the Sassau scribe and say to him the fox isn't half as clever as he thinks. Then Лис и наполовину не так хитер, как он думает. Is that a password? Это пароль? Just so. Точно, ему это нравится. Не забудь принести его громко и отчетко. To repeat it verbatim and aloud. Then all you have to do is take the new document to Carol and tell him a messenger brought it. Mm-hmm. All right. But most importantly, do it quickly and put the commission back immediately. Carol's no fool. If he can't find it, he'll put two and two together when you bring him the new document, and the game will be mm-hmm. up. Но сначала вернуть будет, а потом сказать ему бумагу, я понял. Неси поручение, вписываю. Кто? Себастьян фон Берг. Не знаю, кто это? Так. А, писарь-то он вообще. Пофиг, пешком пойдем. Так, писарю сейчас отнесем. Он скопирует мне все, что надо. I'm at your service, sir. I have a message for you. Лис намного умнее хорька. Лис на плане не так умен, как он думает. The fox isn't half as clever as it thinks. What? The password? About the что, неправильно сказал? What in heaven's name are you blabbering about? Conrad Keyser sent me. Why the hell didn't you say so? That's sod. He deliberately lied to me to make me look stupid. Well, never mind. What do you want? I've got this document here, and I need to have a different one drawn up with the same signature and seal. That's good, but still. Conrad is still up to his old tricks. Give him my greetings. Let's see it then. All right. Give me an hour, and I hope I won't have problems on your account. Good luck to you. Чё, час ждём, получается? Это 71, надо покушать и будет вернуться. Опа, чё здесь стражник делает? А, показалось, ладно. Is it done? Here you are. And pass on my best to the old старому дракону. Ничего себе у них. Уже на место оригинала, покажи поделку мастеру Карлу. Ага, значит сначала надо оригинал, да?
потом подделку. Сейчас все сделаем. Ну, покушай. А, я сейчас зайду к Карлу и там поем, наверное. А, нафига я сюда прискакал, гений? Я же могу сразу все это сделать. Нормально, лошадь тыпается. А где? А, вот. Положили. Мы сейчас поедим у него на халяву. А, я приготовить так могу, нельзя поесть на халяву, жаль. Тогда... God be with you. A messenger brought a dispatch for you. Вот и письмо. Permission to leave Sassau? How very convenient for you. The hand of fate. We'll see what fate brings. I have an authorization letter of my own from the abbot, and if your letter of patent is fake, you'll be in trouble. Я что-то сомневаюсь уже. Я надеюсь, что я там все правильно сделал. Ну да, я вроде все правильно сделал. Пойдем, пойдем, посмотрим. Давай, давай, посмотрим. Давай, 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 пошли, давай, пошли. А, я не могу идти, у меня что-то заблочило. Ну, давай, давай, пойдем. Да, да. Ой, какой знакомый ящик. Какой знакомый сундук. Наверное, там что-то лежит. It goes against the grain. Да, да, печать подпись подлинная, все правильно. But the seal and signature are genuine. So Conrad may leave? He can. The letter of patent is genuine, and when the abbot commands... Wonderful. I'll tell him. May the Lord watch over. Репутация повысила. Ну, погнали отсюда теперь. А вот поесть из котелка не обязательно готовить, все нормально. Вот и все. Легчайше. Я-то думал, блин, опять ксиги какие-нибудь будут. Ой, извиняюсь. Так, где тут Конрад у нас? Кто себе преследует? Ну, who is? Carol said you can leave and leave? I can't even set foot outside the door. Not now. Please calm down and tell me what's going on. They're after me. Чего ты несешь, дочь? Кто тебя преследует? Who? Who's after you? Sigismund's people. Люди Сигизмунда. Why would they be after you? Because he's never forgiven my criticisms of Nicopolis. Now he's decided to pay me back. What am I to do? What makes you think someone's after you? When I was on my way to Sassau, I saw Baron Pekar in Kostelitz. He was with Sigismund on the crusade, as was I. Now I've been told he was seen at the local tavern. And a stranger's been creeping around the gardens here late at night. My God, there are signs someone... Почему ты раньше не сказал, Господи, еще что-то теперь делать надо? They're after me, Henry. The Lord preserve me. They want to kill me. Take it easy.
If someone's after you, I'll see to it. I'll have a sniff around the town or lie in wait for him. I don't know. What if he sneaks past you? He won't, I promise. I'll hide in the garden, and if anyone starts creeping around after dark, I'll catch him. You will, won't you? Good, good. And be sure to hide well. If he sees you, he won't come. Переходи, наемный убийца, в полночь. Ну, хоть написано, когда. Так, сейчас, секунду. Энергия. Можно поспать будет, если что. Ну давай полностью просто спрячемся, и все. Где он? Ну давай вот здесь спрячемся, допустим. Полночь, да? Поехали. Так-ка подождем. Ну да, херь какая-то. Вообще никаких движений. За открытые двери. Я не там ждал? Бля, я гений, походу, не там ждал. А, не, вот он, вот идет. Да, вот он. Bloody thing. Halt! What are you doing here? Вот он. For God's sake. You'll wake the whole monastery. Silence! For God's sake, I caught you in the middle of an assassination attempt. Assassination? What are you on about? Are you Lord Paykar? The one who was on the crusade? Well... Yes. How do you know that? Because you've come to assassinate Comrade Keyser. Keyser? He's living here in the monastery. Well, yes. Right here in this house. What's your business here? It's all a terrible mistake. I have a long-standing arrangement with the custodian here, Sir Sebastian von Berg. I supply him with salt and spices, and I've come to realize how he's been cheating me repeatedly. The dispute's been running for a while and still has legs. So I wanted my money back, that's all. I've no quarrel with Conrad. All right. I suppose I'll have to take your word for it. But stop creeping around here at night and trying to break into the house. Conrad is scared half to death and I need to get my money. Very well. That does sound like Conrad. I'll think up some other plan. God be with you. Понятно. Короче, допустим, вам поверили. Так, надо поспать теперь. Короче, молодая. До утра.
съедал. 4, ага. Поесть. Короче, мы долетим быстро, если можно вообще там остаться в ней. Это я не уверен. Там просто может, короче, моря уже не быть, и тогда ГГ. Придется спать стоя. Уже все, финал должен быть, по сути. Сейчас мы вот делаем трибушет, занимаемся осадой, и, наверное, все. Горожанин, все горожане. Ну да, придется спать стоя, ладно. Интересно, корчмарь внизу, он там, или он где-то в другом месте? Да, нету его тут, найдем. Давай, не буду. Ладно. И ждем тогда. Блин, энергии нет совсем прям. Надо будет поспать сейчас. 50 остается, это мало. Давно нет. Должен здесь стоять. Вонючий корчмарик, где ты ходишь? Вообще, в чем проблема? Может быть, здесь поспать просто? О, ничего себе. Попробую, чисто попробую. Интересно, вообще будет что здесь? До 12 давай. А, сейчас зайдет кто-то, да, по-любому. Нет, никто не зашел, все. Круто тогда. Спасибо. У меня там какой-то байер. А, нет, горожанин. Байер — это лошадь. Вот горожанин какой-то вылупился из лошади. Так, погнали. До этого самого. До Конрада. Долетим. Скажем ему, чтоб он ехал, и реально ехал, уже строил трибушет этот. Что там было? Крапива? Крапива, сюда крапива. Поймал. And? You needn't fear. I kept watch the whole night and nothing happened. A few folk passed by, but nobody dangerous. And what about Pekar? Are you saying he has no malicious intentions? None. He's just doing some trade with the custodian. That's what brought him to where you were.
Well, if you're sure, but I'd still rather lie low. Да, тебе лучше ехать. Come to Tambor. Помощь нам. You'll be surrounded by a whole garrison there. Yes. Yes, I suppose that does make sense. Thank you, Henry. I'm in your debt. We'll meet at Talmberg. Все. Валим обратно. Тальмбергу. Точки перемещения нет, да? У нас. Так, ладно. Поехали так тогда. К вечеру как раз приедем сейчас. Ну чё там, блин? Что за медло? Вооруженная схватка же, подумай. О, отлично. Мы убежали. Не хочу я там ни с кем сражаться пока что. Да господи, ну. Остановись, перестаньте. Приглушенные голоса там услышать какие-то. Когда просто путешествуешь, вот я сколько раз делал, просто делал квесты какие-нибудь левые, либо ездил куда-то зачем-то, ну, по разным причинам. Вообще ни одного нападения. Максимум одно, и тот там... Обходишь его спокойно, типа, и все. О. A well-chosen site. You want to strike the gate, do you? True. We don't want to do more damage than necessary. I quite understand. Sir Toth is holed up there, is he? Just so, Master Conrad. I hear you have some accounts to settle with him. Ah, not entirely. I've done with him. Sigismund trusted him more than me in his campaign against the Ottomans, and we all know how that ended up. How did it end up? Badly, my lord. The flower of French knighthood was slain there. Sigismund fled for his life. And I did too, I must confess. Be assured, we shall not make the same mistake here. We do not intend to starve them into submission, but to break down the gate. I am at your service, my lords. We will build the trebuchet quickly. It will be ready in a matter of days. And I can supply, for example, Roquetta to sweep the foe from the battlements. Roquetta? I do not believe I've heard of such a term. Roquetta are missiles filled with black powder with a touch hole at the bottom to ignite it. They shoot forward, something like a hand cannon, but without rocks. The rocket is the missile. I see. But we don't have black powder in these parts. Nor cannon. Indeed. It should have occurred to me. But I am very fond of Roquetta, and I always think what Alexander the Great might have accomplished with Великий. Ракетами, ну да. I understand. We find ourselves in a conventional situation that demands a conventional solution. I'm still hoping that Toth will see sense and parley with us. He may well do so, especially when we set up the trebuchet on his doorstep. Так, у меня свой фарм, он говорит. По-моему. I came to an agreement with Conrad. He's already here. You wouldn't believe how clever that fellow is. Now we really will build that trebuchet. That I guarantee you. Берегитесь паролей. Я не буду говорить. I'm truly grateful to you. And the men will be too when the assault starts. Fine work. You've certainly I probably shouldn't. Что там происходит? Он убил. You might find something there you can use. Thank you. 1000 грошей дали. Он убил этого. Look out! One of those bastards. Он Кейзера убил. Что за фигня? Get over here. Oh, yeah. Stay getting on the wrong. Alarm! Он Кейзера убил. Hey, all of you, gather here. Raise the alarm. Он Кейзера убил. Hey, there he is. Watch out. А, не, не убил, смотри, его врезали. Нормально. Там задание что-то какое-то с пичаром было.
Дождись окончания работы с трибушетом. Блин, ну сколько мне ждать? Я жрачки столько не найду. К оружию сюда. А что происходит? Остерегайте, поднимите тревогу. Так он мертвый. Кого вы боитесь-то? Че за прикол? Он там Кейзера убил, по-моему. Его хоп резнули, а этот дохлый, я его в итоге добил. Точнее, я его не добил, просто убил, видимо. Не знаю, как это вообще там произошло. Так, еда есть у меня, если что. Блин, ну давай подождем. Я просто не знаю, сколько там... А, 2 дня там, да? В течение 2 суток. Надо было подождать, по-моему. Давай подождем. Просто тут столько жрачки надо, по сути, чтобы реально что-то приготовить. Вот можно бросить... А, у меня только зелье. Блин, жаль. Вон Кейзер лежит. А, вот еще один котелок. Давай еще. А, 70. Можно еще поесть, кстати. Так, 2 котелка мы нашли. Погнали еще поищем. У нас тут спит стражник. Стражник. Мало стражи как-то. А там он про сундук что-то Фейфар говорил, да? В его палатке. Его палатка желтая. Так, я что-то не вижу, где. Вот здесь. Замок, это не его палатка, походу. Сложно, очень сложно. Вот, кстати, заснуть можно будет, если что. Кровать есть. Замок, заснуть и сохраниться. Ну, я не знаю. Он там что-то про палатку говорил, ну пофиг, ладно, не суть, важно уже. Пойду я сплю. Заодно. Типа до следующего утра. А, сытость 110, я дурачок. Я на энергию посмотрел вместо сытости и лишнего поел, ладно, я понял. Блин, весь баф просрал. 8 утра там, по-моему, было, да? То есть, получается, уже сутки мы проспали, еще одни надо. Еще одни. Естественно, на записи я не буду проходить вот эти дополнительные все квесты, необязательные, грубо говоря. Советую их пройти, я и сам, может быть, еще разочек игру без записи перепройду ради интереса, потому что я очень много необязательных не проходил, точнее. Вот. Могу. И мало. Вот, но на записи я специально их не прохожу, потому что очень много времени занимает это. То есть вы видели сами, да, там, и не только здесь, и еще миссии были, где там по 3-4 необязательных квеста. И тут их 1, 2, 3, 4, 5 квестов необязательных. Это офигеть. Даже если они коротенькие очень, это минимум. О, половина уже есть. Это минимум на 1.5 часа, наверное, если прям вот чисто квесты делать. Но это очень долго, реально. Давай до 17 подождем. Я, в принципе, могу из инвентаря там арбузы поесть. Они вроде как там сытость восполняют. Хлеб у меня там есть, я помню. Жаль, так почему-то все... А, арбуз уже нельзя. Жаль. Лучше тогда. Так, что у нас еще здесь есть? Кстати, на 7 энергии минус, да? Мы спать все равно будем. Сушеное мясо, сушеные грибы поедим. Медовуху вот можно.
выпить. Опа. Пьянство, новый уровень. Новый уровень пьянства. Сейчас мы прокачиваемся. У нас и незаметности уровень был, кстати. Вот это нормальная тема для незаметности. Пьянство, что тут? Угу. А, нифига себе. Не, я что-то ничего не хочу качать здесь. Красноречивые характеристики падают. Так, ну давай вот это, оно самое как бы безобидное. Так, общий уровень, значит, что у нас тут в общем уровне? Созерцатель. А ты не двигаешься? Алоси, Голд, вот это хорошая тема, кстати. Вот, а, я еще не прокачал. Вот сейчас, допустим, когда ты ждешь на одном месте, вот только сейчас это понял, то ты ничего не теряешь, тебе удобно. То есть тебе надо подождать там 2 дня, 3 дня, ты хоп и ждешь. Это, блин, прикольная штука, на самом деле. Я только сейчас как-то до нее додумался. Купцы будут охотнее покупать у вас краденое. При использовании навыка вы увидите в диалогах характеристики того, с кем вы разговариваете. Ага. Сильдошка, значит, когда вы торгуетесь. Усилится на тренинг, когда вы говорите с обычным именем. А, со значением сочетается. Пока не буду качать. Вот это вот прокачаем. Все, давай проверим, потестируем. Ага, да, не тратится, реально. Вот, это четко, ну и тогда. До 8 вот так ждем. И построить нам там. Блин, это вообще офигенный. Скилл офигенный. Он очень поможет вам, если вы смотрели короткий гайд, как стартовую экипировку получить. Там есть тема, где надо ждать с краденным оружием. То есть вы там крадете оружие. Это будешь построен. Там есть тема, где надо ждать. И вот это очень поможет. Смотри на испытание трибушета. Советую посмотреть, если кто не смотрел еще. Полезный ролик очень. Для тех, кто начинает, либо... Ну, те, кто тут кто уже начал, будет просто полезно посмотреть, если он не знает, как заработать гроши. Если знает, как заработать, ну, как бы вы уже знаете, вам это не нужно. А тот, кто начинает, либо хочет начать, очень полезно будет. Потому что в этой игре я еще... Ага. Петуха убил. The trebuchet has to be calibrated. That's perfectly normal. I'll have the range in no time. Да, в этой игре, что я хотел сказать, и в конце игры я тоже еще раз повторю, экипировка абсолютно не решает. Вас могут толпой забить, вы можете пропустить пару критичных ударов. Damn it, I have to get to Sir Divish. И вам просто лицо сломают. There's no time. Someone bring water. Breathe, man. You'll be all right. Who's coming? Кто идет? There's an army on the way. И люди идут. Это Гавелл Медек из Вальдека. Of Havel Medic. Я не очень Вальдек. And they're very close. Havel Medic. Surely not coming to help us. Not that bastard. Нет, этот ублюдок, у нас с ним свои счеты. А, это враг идет. Все, я понял.
Gentlemen, Toth's reinforcements are about to send us. That's fine. How many men? We don't know exactly, but there are many, and they will probably be here by dawn. So soon? How is it that we knew nothing about this before? The whole land is in chaos. It's a wonder we can find out anything at all. If they attack from the rear, we'd be finished, just as Toth has been planning. The sneaky weasel. One step ahead of us the whole time. Not this time, though. What are you thinking? Robard, how do you think the weather will be tomorrow? If my joints don't deceive me, and they rarely do, it'll rain. It'll rain buckets. Here. We'll make a stand here, I and Radzig's men. You will wait until they charge us, and then strike them from the rear. Here and here. If we succeed, we'll have it over and done with before they notice anything in Townburg. It might just work. But we'll have to leave someone in the encampments in case they do come out of Talberg. A few men will be all I need. Well, that depends on whether you can hold out. We don't even know how many there are. We will hold out. I'll give the orders to my men. We will be ready. My part in the battle, sir. I wanted to go with the Scalets, men. I need more than that from you. More, sir? If we can't hold out at the quarry, we're finished. You, I, Hanish, and Radzik. And since Hanish is commanding the flank attack, Radzik is captive and I'm wounded, Captain Robard will be leading on the field. Of course. Who better? There's no question Robard's a good commander. But many of the men will be from Scalets. We need someone there who knows them and has their respect. So? I mean you, Henry. But that is... I want to be in the vanguard. Now hear me well, Henry. There are whole cemeteries full of heroes who rushed into danger. And if the first human you meet runs you through, it won't be good for morale. Not to mention that Radzik would have my guts for garters. In the battle, you and a group of Scarlet's men will be concealed in the woods over the road. Quiet! Don't underestimate the task I'm setting you. You'll have to keep nervous men on a short rein and not attack too soon. And then conduct the attack on the rear so fiercely and quickly that the foe has no chance to react. If the line should start to break, we need someone with their head firmly on their shoulders to keep control of the men. Very well, sir. That's what I like to hear. When you're ready, go and join the Scalets men. They'll be mustering in the woods above the road to Ratay. Давайте. Нифига ты побежал, конечно. If you thought you'd be spending the whole season, пролез на поле боя, когда будешь готов. Я готов. Lord be praised. What? Goodbye. Мне, наверное, с ним надо будет ехать, да? Ой, что-то тут сожжённое что-то. Мне за ним надо ехать, я так понимаю, да? Поговори с паном Дивишем. Че? Как мне с ним поговорить-то, если он на коне едет? Куда-то вообще хер поймешь, куда, и вообще не понимаю, что происходит. Мы прям перед замком, у всех на виду, уезжаем куда-то.
Я. Не хавать там не надо, кстати, это все семья. Блин, удобно теперь есть, мало. Assemble the men! Вы на меня смотрите все? Рвясь на поле боя? Ты будешь готов. Твою мать, я ж готов. Что мне сделать надо? На А. На А скакать? А, на А. А, на А. Ну он и тоже туда, наверное, скачет. Просто он медленно скачет, а я могу быстрее туда приехать. Ну ладно, поехали. Сами долетим оттуда. Не будем ждать дивиша. Причем у него роль другая, по-моему, вообще. Минут ваша у нас вырастет на 50%. Энергия 6, кстати, 5. Усилит ваш слух и облегчает поступь. Не надо. Не надо. Изумит твои глаза странными видениями. На 10 минут твоя сила и видение боя увеличится на 5 единиц. Блин, хорошая штука вот эта. Кстати, на 10. Можно ее выпить. Он еще и хилит, к тому же. Это не надо, это не надо. Собачий щит, то что такое? А, это похмелье. Улучшаю ваше зрение в темноте на 10 минут. Блин, прикольная штука. Ну, я, наверное, вот это выпью. Одно. Ой, видения какие-то. Да? Нет. А, их как-то мало. Не, ну и постанова. Так, я с лука смогу пострелять? Защищайте брод. Ну я лучник, конечно. Я лучник, будь здоров. О, горячка. Что там левый, нижний, правый? Раз, два. Надо как-то своих лицу получу. Кровавая горячка. Левый, правый. Как-то не то, по-моему. Левый, правый. Они прям убивают, они нормально. Не попадай, по-моему, поэтому у меня нет комбо. Левый, нижний, правый. Ай, блядь, по лицу дают. Давай, давай, мочи его. Ай.
Моего, кстати, грохнул, по-моему, да? Да. Офигеть, да как так-то? Да бей его, что ты ходишь. Давай, толпой его давай. На тебя скот, получай. На толпой забили пацана, брат. Нас теснят. Моста, надо на мост бежать. Мосту. На ком-то... Что за прикол? На ком-то там этот был. Все, как я понял. Да, вот так его. Туда его. Here's their leader. What? This boy. You should show a little more respect, Divish. You'll need it when you kneel before Istvan. Oh, now the pup shows his teeth. Istvan, you say? Not Sir Istvan? Or Lord Toth? Just how intimate are the two of you? I know him. He's Eric, Toth's captain and right-hand man. Finally, some good news. Shackle him and guard him closely. Блин, офигенный удивишь, офигенная броня и костюм. Those bastards want to destroy our trebuchet. Требушет хотят сломать, петушары дырявые. Быстрее. Надо вернуться. Тихо, Борик пешком прибежал просто от трибушета аж оттуда. Быстрее помоги защитить трибушет. Почему ты меня свалил? Ай, блядь, текстуры, что происходит? Я не могу ехать, да? Мне надо бежать пешком, блин. Спасибо, игра, спасибо. Я же давно не страдал, вот только что у меня. Только что мне по голове булавой били, блин, но я теперь не могу даже на вонючей лошади доехать до трибушета. Спасибо, игра. Кстати, надо глянуть сейчас, секунду. Здоровье, сытость. Так. Блин, вот это пучья кровь. Четкая тоже штука. Но она не хилит. Целебного действия нет. Что у нас хилит? Магон хилит, по сути, пятерку как раз. Двор календу 30-ку хилит. Спирт хилит, пятерочку. У него питательность большая, я сейчас просто переем. Блин, ладно, не надо тогда. Тогда попозже. Офигеть, сколько у нас воинов еще выжило. Ну, вообще нормально. Враги, да? Это враги.
Блять, быстрее, пожалуйста. Их как-то много очень. Ой, ну вот это нормально, мне там вдарил кто-то. Топ, у меня там повязки были, по-моему, да? А я не могу юзать повязки. Я ехать до сих пор не могу. Да дайте встать, пожалуйста. Теперь могу. Теперь могу. Так, иное. Повязка. Нет кровотечения. А это просто ранение туда, наверное, получается. Ну, надо починиться, не забывать, а то он там... Печок небольшой. Мне, кстати, этот паурбек сейчас сломают. Сытость 8,9. Пища. Спирт 20-ка много. Самогон 20-ка много. Барскален был 30. 11,5. Ну, блин, не хочу я отваров. На 4 штуки их осталось. Не хочу их юзать. Артемизи еще. Стойка есть, которая на 10 минут силу увеличивает. Можно ее, конечно. Ну ладно, не буду, просто хилиться и все. И так пойдет. Борик. А Дивиш бежит? А Дивиша нет. Удивительно. Куда он делся? Блин, что вы по дороге бежите? Можно ж по кустам, я не знаю, пробежать. Быстрее же будет. Я вижу трибушет. Я вижу трибушет, но я не вижу врагов. А, вижу врагов. А, по лицу сразу мне давай. Сюда, по лицу. Контратаки. Офигеть, за рыцарь есть, он в золотых доспехах. Да сдохни ты уже. Угу. О, 900 грошей дали. Офигеть. Я богач. О, красиво. Борем лишь я надеюсь, появился. И любите головы. Вон там еще одного закололи. Ой, красиво. Well, the damage isn't too serious. So we can shoot. Not just yet. Sir, what are we waiting for? You've heard his threats, Robard. Do you want him to kill Radzik and my wife? We have to consider all our options. And it would be a shame to destroy the castle, too. But how do we get that rat out of there? Sir, I might have a solution. What about exchanging hostages? He was the captain at Vranjik, and he brought Istvan's reinforcements here. Seems to be on very intimate terms with Toth. He might be able to tell us something. And he might even be as valuable to his lord as Lady Stephanie and my father are to us. You're your father's son, by God. You're a godsend, lad. You're right. We'll interrogate this whore, son, and then decide what to do next. Come to my tent when you've rested. Mm-hmm. Так, ну, починиться, во-первых, полностью. Угу, хотя бы так. Понял.
Поры заканчиваются. Во-вторых, надо... Поесть мне не надо. Да и, в принципе, там крайне надо уже, наверное. 87, я не буду ничего хилиться. Шатер надо зайти в шатер. Хотя, сейчас посмотрим. Люк Манфорда. Что это такое? Манфорд в конце концов оказался у меня. А, это квестлинг какой-то новый. Не особо важен. Мне надо крапиву, во-первых, лошадь перекинуть. Удавит перекинуть. Что еще? Ту-ту-ту-ту. Чашу тоже. В принципе, пока все. Start talking, or make your peace with God. Do your worst. I won't betray my lord. Удивишь, что поговорили? О, происходит прибыслать дополнительный квест. Этот какой-то? Нет, это не то. А, почему? Well, it is, Eric, isn't it? Looks like the boot's on the other foot this time, doesn't it? Fuck you. Fuck you. You need to change your tone. No, fuck you. If you start being nice, you might just come out of this alive. So now I'll ask you a few questions, and you better think carefully about how you answer them. Mm-hmm. У нас одинаковые, но у меня, кстати, ключик у него замки. Блин, у меня только где вы познакомились, но это не... Какая у вас была цель? Прокатиться? To destroy Wenceslas's allies. You. Кто такой Тот? Who is this Toth? He's an orphan, same as me. The Turks killed his parents, so he started killing Turks. Sigismund needed men like that. So Ishtvan ended up in his service. Понятно. How many men does he have in the castle? How should I know? There were nearly 70 of us at the beginning, but there's probably not even half left. But that's still more than there ever were in that castle. More than enough to defend. Около 70, сейчас меньше половины. Ну, давай попробуем ради интереса. Ну, он, наверное, провал был. Да. Угу. Ну ладно. Так он работает. Are you stupid? He works for Sigismund. Listen to me. Toth has hostages in the castle, and we have you. So, how about an exchange? Do you take him for a fool? Do you really think he'd give up the only thing he has? That stops you from attacking. He'll never accept an exchange. You better pray he will for your own sake, because once we attack, you'll be worthless to us. And what do you suppose will happen to a worthless bandit? I won't waste any more time with you. You could have saved yourself, but apparently you value your master's skin more than your own. I don't need to save myself. Ishtvan will save me, and he'll kill every last one of you. Why should he save you? He'll sacrifice you, just like everyone in Vranjik and Pribislavitz. You're nothing but a common bandit. You don't know anything. He'll come for me, and anyone who lays a finger on me will pay dearly. Now I'm curious. Why would he care that much about you? Что любовники? Could it be your lovers? You never understand. For a while there, I thought we'd get nothing out of him, but in the end, he spilled his guts. I thought you were much too easy on him, but it seems your approach was the right one. Well done, lad. Anyway, it's clear that young fellow is no ordinary brigand.
and he believes Toth cares about him. We'll just have to see if the bastard cares as much about him as Divish does about his wife and you about your father. Well, Divish, I think the time has come to find out just how much Toth values our hostage. Do you want to parley with him yourself? I think I'll leave that to you, Hanush. So be it. I'll do my utmost. Bring the hostage below the battlements. Sir Istvan! What is it? Did our neighborly visit catch you unprepared? A little, but we've settled in nicely. And this fellow is enjoying our company so much, we simply can't get rid of him. It seems we are in similar situations. Perhaps it's time да, это, походу, сын его, потому что похож. Not a chance. Do you take me for a fucking fool? Be warned. If anything happens to Eric, I'll let every manjack here have his way with this bitch, and I'll dice Kobila into goulash meat. Nobly spoken, Your Grace. But for all I know, you may have done that already. Divish, I'm sorry. Greetings, friends. Fear not, Lord Toth is treating us like royalty. Шутник. Ну, Кабула шутник. As you can see. До конца. Don't try any tricks or they won't be for long, Hanush. It seems your lord doesn't place any great value in you, boy. Go to hell. I'm sorry. Looks like it's not going to be that easy. Well, at least we know they're alive. I didn't expect much of it anyway. He won't harm them as long as we have this fellow. Well, friends, what do you suggest? I'd say we have no choice but to attack. It's a great risk, Robard, with Stephanie and Radzig inside. I know how you feel, sir, but Toth is no fool. They are his last safeguard. He will do nothing to harm them until he is sure of victory. Would you be saying that if it were your wife inside? Or your father? Well, let me point out that we have no choice anyway. We don't have enough supplies to keep men here for weeks, while gangs of brigands and Sigismund's army roam the countryside. Toth won't agree to an exchange, and even if he did, we'd have to let him go. With all his men, he'd be a thorn in our sides till Judgment Day. Sir, a message has arrived. Oh, what is it? Margrave Yobst is approaching with his retinue and wants to speak with you. Yobst, you say? Yobst, right. Mm. What is he doing here? Who's Yobst? Yobst of Luxembourg is cousin to King Wenceslaus and Sigismund. He's the Margrave of Moravia. Only a year ago, he was collaborating with Sigismund and the League of Lords. He betrayed King Wenceslas and his ally Prokop. Now, he's changed sides, appointed himself the leader of the rebellion against Sigismund, and wants to liberate Wenceslas. Whichever way the wind blows. Nevertheless, it seems the decision is made for us. We don't want Yobst camping with us in front of our own castle like a band of gypsies. I'm afraid you're right, Hanush. All right. We'll let the men rest a while, and then attack. Come to me when everything is ready. Там отдыхать надо, да? Слово надо держать. Только будешь готов. О. Ой, надо сразу, наверное, хватит нажать.
Что там по энергии? Вот так. Давай. Идем поедим попутно. Не надо есть. Мне, наверное, есть-то нечего. Тут, наверное, есть. Так, а если я же сохранился? Если я сундучки вскрою здесь на халяву? Ну как на халяву? Тоже не будет? А, нет, это очень сложно не его вскрыть. Ладно. Допустим, мы не будем есть. And it seems you're glad to see me too. I'm about to give the order to bombard Talmberg. And since it's mainly thanks to you that we still have a trebuchet, I think you should have the honor of the first shot. I'd be delighted. To smash my castle? I can't say I share your enthusiasm. There's nothing to it. The men will load the trebuchet. All you have to do is pull the lever. Well, I suppose I could manage that. Then we'll bombard Talmberg for several days. Sir Robard will explain what comes next. Несколько дней, да? Это хорошо. Легко будет переждать это все. Load the trebuchet. Зарядить требушет. Чё, куда нажимать? Мне, наверное, с ним поговорить надо, да? God be with you. Заряжает он. Прикольно, слушай, прям клёво выглядит это всё. Опа, сквозь текстурку. Да. Ну, можно? Ого, нифига себе. Прикольно. Что теперь? Дивиш said. Сэр Дивиш. Сэр Дивиш said you tell me what happens next. I. We're going to watch Ishtar shitting himself. That's all. For a few days at least. So if you have anything to attend to, now's the time. Just don't forget to come back. Главное не забыть. А, ну? Да у меня нет никаких дел, в принципе, чё мы? 16? Поехали, 16. То в 2 дня ждём.
Ждем. Пока не обстреливают. Денек всего. А, нет, двухдневный обстрел, все правильно. Надо еще денек подождать. Поехали. God bless you. А, пан Борик ждет, а не с Дивишем надо поговорить. Я туда посмотрел. Пора идти на приступ. Че? Какой приступ? Since Dibish's colors still aren't flying over Talmberg, I suppose we'll be attacking. Just so. That Istvan's a stubborn bastard. Alright, when do we start? There's no reason to wait. Are you really ready? If you need to rest or anything, we can still wait. You won't have another chance until we've won the day. Or until your final rest. I'm ready. Ну, мне нет дел, давай, поехали. Glad to hear it. Наконец-то, we're going to attack on two fronts. The North Gate and the West Wall, which will scale the flanks. The attack will be split into different states. Taking the outer walls, the inner bailey, and finally the core of the castle and the tower. Угу. Я не буду ничего узнавать. Хотя про запасы. What's the plan for attacking the west wall? First we have to get men to the wall with ladders, which is no easy matter under fire. So we'll need as many men covering them as possible. As soon as the ladders are in place, our foot soldiers will run up and try to scale the wall. Once a few of them get to the battlements, we should quickly gain the upper hand. Ага, понятно. Короче, про все рассказывает. Do you want to join the attack on the walls or on the gate? Remember, many of the Scarlet's men will follow you. It could make a big difference. I'll help with the attack on the walls. I'm proud of you, Henry. You've changed from an insolent pup into a tough, reliable fighter. And as God is my witness, we will kick those whore sons' arses. A village lad and an old soldier. Istvan must be shaking in his boots. Парень деревянный, старый вояка. If he's not shaking, then he doesn't know what he's got coming. Just one last thing, though. No matter how good the plan is, something always gets fucked up. Keep your eyes open and take advantage of every chance. Help your comrades and don't rush in where you're outnumbered. We have to take the castle gradually, one position after another. I remember that. Good luck to you, Stripling. Good luck to you. Old soldier. И вам удачи, старый вояк. В гроши. Уф, вот это войско. А, вон кто в золотых доспехах был. Это Ян Тачман. Я думал, кто там с золотыми доспехами в лагере, когда я прибежал, был. Вот тут, оказывается. Блин, нас не так много, на самом деле. Я вот смотрю. Офигеть, так точно просто. Угу. Видите, провалились отлично. Пофиг, в принципе. Все равно необязательные были. О, здорово, питание активировалось. Опа, головы нет. Привет, голова.
чё? Вы чё умираете, алё? Они просто бежали, я даже стрел не видел, просто умирали. Блин, как много подохло их. Вроде раз, два, три, четыре, пять. Пять, шесть человек. Офигеть. Так, спасибо вам. Ну да, с луком у меня здесь проблемы, как-то прям. Еще умер, да вы чё? Чё дохнете? Там Борика видел сзади. Мне интересно было, если вот помогать этим ребятам своим искалиться, то можно как-то их с собой вот здесь на штурм брать, допустим? Один готов. О, горячий. Вдох. Да, перестань. Да дайте выйти, господи. Куда ты собрался? Бьют что-то, я вообще ничего не делал. Еще ударили. Ой, я своего ткнул, сори. Так в жизни играть-то случайно мечом своего бахнул. Ой, сори. Туда? А, не туда, пойдем, нет, туда, туда. Блин, можно как-то сохранить, конечно, своих ребят? Четыре бойца осталось, ой, нифига, они там еще без башки выбежали. Ай-яй-яй, нет, 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 отстань, не бей. Отстаньте. Да отвалишь, блядь. Господи, отстаньте. Я прям зашел опять в кучу. Спасибо за контратаку, которую я даже не видел. Господи, блядь, почему я отхожу в спину, они начинают меня бить втроем просто, а эти вообще этим по барабану. Ты куда? Да, нас тут, короче. Да когда что умрешь, ну пожалуйста, закончи сегодня. Я по своим попал еще. Давай раз на раз. Ой, нашего одного положили. Реть мне в голове попал. Да, я помню. У нас есть, у нас есть.
Ой-ой-ой, сзади. Чё, со мной Дивиш же был. Ой, блядь, Дивиш, Борик же был. Чё, меня жопа? Размотал у него? А, нет. Просто он пустил его, видимо. Блядь, ну как так? У него осталась какая вообще фигня? Контратаку просто провести, и он помер. Меньше идёт, блядь, он тебя... Спасибо, большое спасибо. Куда ты собрался? Один готов. Клепки. А почему еще? Ну все. Добрый, давай берем его. Заберем. Опку заберем. О, мясо что, мясо что, круг. Спасибо. По башке мы много раз попали. А вот, кстати, если мы его заюзать зелье. Так, что у нас? Что у нас по зельям? 30 хилам надо пить, наверное, да? Да. Одно выпьем. Че? А, я на частной территории, да? Там не хочу спускаться. Это точно не наши. Я прям уверен. Никуда. Лови. Бабаза, только хилим себе, просто постреляй немножко. Я в своего, да, по-моему, попал? Бля, его не убьют просто толпой. Один готов? Ой-ой-ой, ой, зря сюда ушел. Я сейчас убью так. Да господи, блять, я сейчас все это просру. Ну да, его убили, да? По-моему. Нет, вот. Да дай. Блять, как выносливость заюзать? Точнее, не заюзать, а ну, выносливость. Отрегенить, если он мне не дает просто ее регенить. Просто не дает регенить выносливость. Иди в очко. Что это было? Что? Да. О, лучник, кстати. Здорово, лучник. Вот и нет, лучника. Кого они? Они Борика бьют? Да, теперь они меня сейчас будут бить. Идите в очко. Я зря спрыгнул. Да, я теперь вылезти не смогу, да? Евгений. Ой, господи, блядь, зачем я сюда прыгнул? Там очень много наших положили. Точнее, всех, по-моему. А там остались чисто какой-то
на какой-нибудь птачек, наверное, Дивиш и Борик, и все, втроем. А там врагов еще кровотуча. Мне теперь оббегать это все. Давай вот так все сделаем. О, это силу дает. Чел лапки. Бычья кровь же дает у нас. Да, бычья кровь дает у нас. Дворец коня мы вот так пьем. Да, погнали. Трупов здесь, конечно, вообще охренеть можно сколько. Опять их, блядь, 1000 человек здесь, дайте выйти. Господи, блядь, дайте выйти. Они не умирают, походу. Не знаю, правда, могут ли они умереть на самом деле. Будем его, нет? Он тут танцует. Блин, охренеть, какие у него доспехи. Он просто живет. Опять народу много. А что надо сделать? Что, я что-то не так делаю? Просто выбежало еще столько же народу. Тут просто куча трупов. Ничего себе там нападало навыков. Все-таки мы победили. Там, наверное, надо было сколько-то убить врагов. Сразу там наши эти союзники появились. Там, блин, вообще ни одного солдата нашего не было, все сдохли. В башне, да, Иштван? Иштван в башне. Сэр. We should give the order. Let's see if Ishvan Toth can worm his way out of this one. Don't tempt fate, Hanush. Ishvan! It's over! You want us to come and get you? I wouldn't advise that. Your friend Divish wants to see his wife alive again. And Sir Radzik? Are both hostages unharmed? For now, Hanush, unless circumstances change. Well, I'm glad to hear it. My guest is also safe and sound, but he's also quite keen to go home. I imagine you feel the same way. It's been a long time since you warmed yourself at your own hearth. I'm in no hurry. I've plenty of supplies here, grand view and excellent company. What more could I want? Your freedom! Freedom? Freedom to get an arrow in the back? Sir, we're all noblemen here, all bound by honor. I give you my word as a knight and lord, and that of my companions. Зачем вы его? If you release Lady Stephanie and Sir Reggie, а, если выпустишь you may Стефани, leave the castle понял, with your men and go on your way unharmed. Ирацили. And just how far will we get? What good will it do me if your men attack us in the woods instead of here? If you give me your word of honor that you will leave and never return, I promise you safe passage to the boundary of this fiefdom. What happens after that is up to you and the will of God Almighty.
Индра что-то не нравится, он сказать что-то хотел. Very well then, but I want a small safeguard. I'll give you her ladyship. But Radzig comes with me. I'll release him in Scarlet's. Out of the question! Is our word not good enough for you? Is mine not good enough for you? I swear I'll release him when I get to a safe distance. I'll go with him, Hanush. Let the Lady Stephanie have her freedom now. Father! Don't worry, son. I trust Lord Toth's self-interest more than his word. He wouldn't be fool enough to harm me. If you're certain, Radzig. Prepare horses and supplies, and tell your men to pull back. We'll come down. You heard him. Get to work. And any man who breaks his truce answers to me. So are you really going to let them go? My word is my bond, Henry. He's a cutthroat and a liar. Good men are dead because of him. What's to stop us from skewering him as soon as he sets foot outside? Our honor. If you let him go, he'll do the same again. Or worse. God's justice will find him. And then he'll get a taste of my mace. If we break our word of honor, we have none. And without honor, we are nothing. Never fear. Your father will be all right. We'll hunt down those vermin yet. Bring the horses. Here she is, as I promised. Not a hair on her head harmed. Divish! Stephanie. Forgive me, husband. I'm sorry. For what? For letting them into the castle. Oh, come now, my dear. You're not to blame. I didn't know who he was. He said he was your friend. Never mind. Did he hurt you? No. I hope your word can be trusted. Certainly more than yours. If everything goes as agreed, I'll set Radzig free in Scarlet's. If anyone tries to follow us, I'll kill him. We won't. My apologies for keeping you from your father, but you'll see each other soon enough. Oh, I almost forgot. Your sword. I expect you'll want it back after all the trouble you went to. Actually, you know what? I think I'll keep it. As a memento. This isn't over. I'll find you. I look forward to it. Какой черт просто. Бля, всю игру за этим мечом бегал, искал. Quick! To the battlements! We have to see which way they go! Oh, they really are heading for Scarlet's! Mount up, Henry! You've heard what he'll do if we follow them. We're not going to follow them. We just have to collect your father. Or do you want him to walk back here when they release him? Truth is, I didn't think much about it. I just felt I had to do it. What do you think? Will Toth keep his word? He's a noble, right? Yes. So am I. Sir Radzik will be there. What should I say to him? Don't worry. It'll come to you. You'll see. Well, I just hope he'll be there. Alive.
turnaround, isn't it? What do you mean? How long have we known each other? A few weeks? Something like that. Before that, I was chasing wenches around Ratte and you were digging turnips. And now look at us. A pair of veterans. Well there. I was an apprentice blacksmith, not a turnip digger. Same difference, you silly bugger. Слышь ты, сын ты дуралей. Дуралей, говорит. What will you do now? Not long ago, I only made plans 3 days ahead at most. Maybe I really could do something for Ratte. Something really big. But there'll be plenty of time for that later. There's no sign of them. Move on. У него броня мятая, кстати, нифига себе. Ishvan kept his word, sir. Not half as glad as I am, Your Grace. Well, we kept our word too, and now Toth has had his head start and he's fair game. Which way do they go? To the north, but I would be careful, Sir Hans. Fear not, Your Grace. I have twice as many men as he. Well, I won't keep you any longer. I'm sure the two of you have a lot to say to each other. Let's go! I am. Я думал, он убьет его. Treated me quite decently, although they did steal my horse. I'll have to go back on foot. It looks like it's all over. Not by a long shot. It won't be over until we get this mess cleared up. And catch that bastard. How could we let him go? Would you rather we killed him? Even if it meant Lady Stephanie and I died too? No, of course not. But what was to stop us from killing him after the exchange? Honor? Honor? If the word of honor of a nobleman could not be trusted, then he would never have agreed to the exchange. And where's the honor in abandoning your son? You know how it is. We were young. It happened. And I couldn't marry a commoner. Then your father, I mean Martin, came along and took care of both of you. Well, he knew it. What? That I was your father? Certainly. He was a great man. He took you as his own. And I always kept an eye on you. Of that you can be sure. I know so little about his past. He told you nothing. Oddly enough, even though you don't have his blood, you're very like him. When he was around your age, he became bored of his trade and set out to see the world. He lived through many adventures, even fought in a war. In a war? Yes, in Poland, I believe. And I don't think he cared much for it. That's why he wanted me to stay at home. He spent some time in Prague, then settled in Kuttenberg. But it seems he quarreled with someone there and finally ended up here. You know the rest. I loved him, but even so, I somehow always had a feeling I didn't quite fit in. It was in your blood, I suppose. I lost the one thing I had left from him. Your sword. Ah, the sword. It's not my sword. It's yours. For a moment there, it was so near, yet so far. Oh, well, it can't be helped. It was almost within my grasp, but just then I had something else on my mind.
Well, I think we may yet have a chance to get it back. This business with Toth is not yet over, unfortunately. That's a chance I'd welcome. Not just to get the sword, but that bastard Istvan too. And then I'll find that German Horusan who torched Skalitz, and I'll slay him with it. I'll never forget his face. Or his name. Mark Wart von Aulitz. Mark Wart von Aulitz. There's a noble intention, son. But don't forget there are other things in this world that are worth living for. Like what? Look around you. Blue skies overhead, green grass underfoot, beautiful girls. Good wine. A few good friends and a fine steed under your backside. Those are things worth living for. Though I can't deny that swine who killed your mother must pay for what he did. But it's better not to dwell too much on that at the cost of those other things. On the subject of steeds, I think we'll have to ride like the Knights Templar. How's that? Two up. One day I'll tell you how they got their seal. You can take the front. It's like I always imagined it would be, teaching my boy to ride. Although it would be better if you were a little smaller. My word, it's all go today, isn't it? I wonder who this is. I think I know. It's Margrave Jobst. The king's cousin. I wonder what he wants. I guess we'll find out soon enough. Вот и все. Получается, вот мы и прошли основную сюжетную линию Kingdom Come Deliverance. Всем, кто следил, всем, кто смотрел, большое спасибо. Как и обещал, даю оценочку небольшую игре. В общем, вот на самом деле я сначала прям восхвалял эту боевую систему. По факту, вот когда большое количество противников, может быть, я просто тупил, не знаю, но вот переведение, как это правильно сказать, смена цели, смена таргета, грубо говоря, между... толпы, вот в толпе. Я почему-то жал на тап, она у меня блокировалась. Я, видимо, кнопки позабыл уже и не знаю даже, как переменять правильно. Мышкой, когда меняешь, у тебя вот резко мышка отводится, и это не очень удобно. Да, вот в этом минус. И боевка в закрытых помещениях, в узких помещениях, вот на лестнице, еще где-то, вот где я там дрался, очень неудобно. Очень неудобно. Плюс выносливости очень мало. Хотя я и прокачался, я отдельно выделял время, качал силу, ловкость, еще это прочее и другое. Может быть, я мало работал с зельями, которые там выносливость увеличивают, либо ловкость, силы. Может быть, это надо было еще попробовать, не знаю. Но мне вот лично не хватало выносливости. То есть я даже отходить не успеваю, на меня уже идут, меня уже атакуют, у меня нет выносливости. Даже блокировать удар. Может быть, перки какие-то нужны были, не знаю. Но вот, как бы, саму боевку, мне сама боевка не очень, на самом деле, понравилась. Она прикольная, она интересная. То есть ты успеваешь блокировать, контратаковать. Это все надо, конечно, правильно делать. Я не все это правильно делаю. Я тупо блокировал, либо парировал и атаковал. Вот все, что я делал, потому что я к этому привык. И это проще всего как бы делается для меня. Вот, ну, я чуть планку боевки снизил. Она, да, она клевая, интересная, но не прямо офигеть какая крутая. Вот. Графика и катсцены здесь просто офигенные. Вот это я сначала как-то оставил без внимания, оно осталось где-то там в стороне, но сейчас я понимаю, то, что вот в катсценах, в принципе, вообще клевые. Сама история крутая. Сюжет, я имею в виду, очень интересный. У нас еще остались дополнительные сюжетные линии, которые я тоже, в принципе, пройду, постараюсь записать по ним еще что-то, какие-то выпуски. Может быть, сокращу их, как-то вырежу, и отрезки делаю определенные. Вот. Звуковое оформление, переводы, это, конечно, все клево. Ошибок очень мало я увидел, очень мало, там пару штук буквально на протяжении вообще всей игры. Звуковое сопровождение сами слышите. В принципе, классные треки. Классная музыка подходит, все. Все очень круто.
определенную, наверное, оценку цифрами я уж не буду давать, там, типа, 5 из 10, там, 8 из 10, да? Мне понравилась игра, интересная. Я рад, что прошел ее, рад, что закончил. Давно очень хотел это. Для того года, когда она там в 17-17, по-моему, вышла, да? Если я не ошибаюсь, для того года вполне хорошая игра. Мне понравилась. Очень интересная. Это своя история, отдельная история средневековая, которая, в принципе, наверное, нигде и не повторялась, я так думаю. Потому что про Польшу и про вот тот конкретно мир я, по-моему, нигде не видел. Большое спасибо всем, кто смотрел. Увидимся, возможно, еще на дополнительных историях, альтернативных историях, сюжетных. Увидимся обязательно в следующем ролике по какой-то игре. А на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо. Скоро увидимся.